Намаскарам, Садхгуру. В книге «Размышления мистика» я прочитала, что если я делаю кому-то сеанс рейки, то могу перенять его кармические отпечатки. Как мне защитить себя от этого? Не делать этого. Потому что подобное пришло от недоучек, ушедших из буддийских монастырей. Вы можете видеть здесь людей, которых просто разрывает от энергии или чего бы там ни было. Это более мягкая форма, есть более яростные люди, которые представляют собой просто взрыв энергии. Если мы захотим сделать из них целителей, они в этом очень хорошо преуспеют, в этом нет сомнений. Но если кто-то из них попытается практиковать что-то подобное, для них все будет кончено. Я остановлю их, и до конца их жизни в них больше не будет ничего духовного. И, конечно, мы также выгоним их и отсюда тоже, потому что мы не хотим здесь таких людей. Не потому что мы против того, чтобы облегчить кому-то боль, но вы вмешиваетесь в жизненный процесс другого человека, не осознавая, насколько все это безответственно. Сейчас, в наши дни, можно посмотреть видеохирургических операций. Вот вы посмотрели такую запись, наблюдали за всем очень внимательно. Завтра у кого-то что-то заболит, вы возьмете бритву и решите сделать ему операцию. Кто-то даже может выжить после такого. Люди переносили и не такое, не так ли? Часто в районах боевых действий, на природе, когда происходили несчастные случаи, некоторых оперировали очень грубо, но они оставались живы. Но это не значит, что так надо проводить операции, не так ли? Так проводить операции не стоит. Просто у кого-то получалось выжить после такого вмешательства. Это делалось в чрезвычайных условиях. Так что каким-либо образом вмешиваться в энергии других людей — это очень легкомысленно. Это происходит из-за определенной незрелости и эгоистичного желания поиграть в Бога. Если вами движет сострадание, тогда в чем проблема? Пусть чья угодно карма приходит к вам, главное же, что кто-то избавляется от своей боли. Но это не так. Вы хотите изображать из себя Бога и при этом носить перчатки. Так это не работает. Бог не играл с вами в игры в перчатках. Он отдал часть себя вам, чтобы сыграть в эту игру. Только священники говорят вам, что Бог сидит наверху и наблюдает за всем. Но посмотрите на то, как происходит жизнь. Внутри вас заключен источник мироздания, не так ли? Да? Разве не так? Если у вас нет такого уровня вовлеченности, не начинайте подобное.